Выездное заседание Республиканского клуба педагогических встреч прошло на Мозырской земле. Гостей, лучших воспитателей дошкольного образования страны, принимал детский сад номер 34. В центре внимания различные методы и способы развития речи у малышей. Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИС-технология позволяет воспитывать и обучать ребенка под девизом «Творчество во всем». Целью использования данной технологии является развитие у детей речи, творческого воображения, таких качеств мышления, как гибкость, системность, подвижность, поисковая активность, стремление к новизне. Говоря о современных технологиях развития речи у дошкольников, специалисты отмечают, образовательные процессы за последние десятилетия шагнули далеко вперед. А значит, с каждым годом все больше мальчишек и девчонок приходят в школу, обладая хорошим словарным запасом и умея строить красивые связанные предложения. Сегодняшнее наше мероприятие – это заседание клуба педагогических встреч воспитателей, использующих технологии ОТСМ ТРИС-РТВ. Общая теория сильного мышления, творческое решение изобретательских задач, развитие творческого воображения. В общем-то, все методы и приемы данной технологии формируют у ребенка правильную речь, активизируют речь ребенка на любом занятии. Открывали заседание позитивно дошколят, откровенно рассказавшие о будущих профессиях. Именно на таких творческих, развлекательных, игровых формах строится сегодня работа воспитателей в детских садах. Теоретическим и практическим опытом между собой педагоги делились в течение 2 дней. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».